гандикапчик. Ну а теперь давайте смотреть на ту фигуристку, которая покоряет, если Капеллини Ланотте являются пусть и прекрасным, но все-таки уже прошлым итальянских танцев на льду, то Анна Щербакова, которая покоряет публику на всех видовых площадках, на которых появляется, является великолепным настоящим и, будем надеяться, прекрасным будущим отечественного женского фигурного катания. Действующая чемпионка России среди взрослых. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе. Анна Щербакова и ее соревновательная. Короткая программа минувшего сезона 2018-2019 годов. Произведение Ричарда Клайдермана «Любовь придет». Вы сами прекрасно слышите, как принимают Анну Щербакову в Болонье, и в этом нет ничего удивительного, потому что то впечатление, которое производит чемпионка России, его невозможно описать словами. Программа в постановке Данила Глихенгауза, но сейчас видите, что она не снижает сложности Аня и продолжает катать то, что она катала на протяжении соревновательного сезона, несмотря на отличающийся свет. Ну, единственным, наверное, нужно добавить, что эта фигуристка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Данила Глихенгауза.